Злодеи и притоны на один день у сотрудников наркополиции отошли на второй план. Во дворе перед управлением целый детский сад. Вслед за фитнес-фестивалем «Движение жизни» работники ведомства решили устроить для маленьких ивановцев еще один праздник под девизом «Мы вас любим». Детей не так много, да, но это благодаря вот соцзащите, да, дети с ограниченными возможностями. А дальше не важно, они дети, в первую очередь они дети, которым, наверное, будет интересно. Потому что все-таки не так часто, может быть, их приглашают на какие-то такие мероприятия, тем более силовые ведомства. А мы это делаем. Самое интересное для мальчишек и девчонок – это, конечно, внутренняя служба наркополиции. Что на себя надеть и чем вооружиться перед тем, как встретиться один на один с опасным преступником? Раскрыты были все профессиональные тайны. Имеется, ребята, чтобы вам все было видно, бронестекло, с которым первый сотрудник, как обычно, самый крепкий, физически сильный, идет. За ним выстраивается вся боевая группа. Вся боевая группа вот в таком. Вот примерно в таком порядке. Мы начинаем штурм для захвата злодеев и преступников. Егор Семченков уже сейчас точно знает, что станет военным. Бронежилет, бронешлем, оружие, и боец готов. Немножко тяжело. Нужна масса, нарастить мышечную массу. Оружие тоже тяжелое. Мне очень понравилось, поучительное. То есть, ну, я люблю военную, там, всю технику. Новое изучил. Первое пробное мероприятие прошло удачно. Увлекательные экскурсии не оставили равнодушными никого из ребят. А это значит, у наркоконтроля появилась еще одна добрая акция, которая поможет ребятам с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в обществе. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.